Доброе утро. Здравствуйте. Страховой полис. Путевой лист, водительское удостоверение. Так, страховой. Это самое. Свидетельство о регистрации. Да, она все там. Водительское. Что еще? Путевой лист. Остановка «Универсам» на проспекте Вагоностроителей – конечная 50-го маршрута. Здесь на парковке ожидают свои очереди отправки в рейс водители автобусов. Где вы медкомиссию проходите по утрам? У нас врач. Ой. На трикотажников? Да. Пишите, решение получил, водитель такой-то, такой-то, дату, подпись, расшифровку. Масочки у вас не вижу. На дороге скользко, ездим, пешеходами поглядываем. Это понятно, как бы, ну не так сильно скользко, более-менее нормально есть, можем. Водители к прокурорской проверке оказались не готовы. Нарушения выявили почти в каждом транспортном средстве. В ходе проверки было установлено, что в большинстве транспортных средств отсутствует стоимость провоза багажа, указатель, стоимость провоза ручной клади. Кроме того, отсутствует указатель мест расположения огнетушителей. Отсутствует информация о перевозчиках, которая должна быть размещена внутри транспортных средств. И также выявлены недостатки при заполнении путевых листов. В административном кодексе за эти нарушения для перевозчика предусмотрено либо предупреждение, либо штраф в размере 20 тысяч рублей. Всего в ходе рейда выявили 4 нарушителей. Организаторов перевозок в ближайшее время вызовут в прокуратуру, где будут решать вопрос о возбуждении против них дел об административных правонарушениях. Впрочем, как показывает практика, чаще всего на первый раз перевозчикам грозит только предупреждение.